Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве ZTE Blade V8 Lite сделать сброс сетевых настроек. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Дополнительно», затем «Восстановление и сброс», и выбираем опцию «Сброс сетевых настроек», и затем подтверждаем, нажав «Сбросить настройки», затем «Да», и после этого сетевые настройки будут сброшены. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!